Ірина Гудзіеўская ўжо больш за 30 гадоў вядомая як майстар фатаграфіі. Яна стварае выставачныя праекты, якія з поспехам падарожнічаюць па ўсім свеце. Мабыць, самы значны з іх і асаблівы прысвечаны сімвалам Беларусі. Тут літаральна кожны здымак прасякнуты любоўю аўтара да роднай краіны. Сімвал аіст. Вот я за ним хадзіла, наверное, лет 5 или 7. Я сама хутарская, родзілась с ними и никак не могла какого-то кадра словить, такого, который бы меня впечатлил. И вот с Божьей помощью нашелся вот этот кадр и стал основой этого проекта «Символы Беларуси у пошуках». Менавіта гэты маштабны фотапраект стане ўпрыгожваннем цырымоніі прэміі за духоўнае адраджэнне. Буслы і алені, васількі і жыта, лён і старажытныя беларускія замкі. Здымкі ператворацца ў перформанс. За кожным пейзажам шчырая гісторыя, якая льецца праз мастацтва фатаграфіі. Вот в этом году вы тоже мы нашли такой символичный кадр. Девушка, укращающая волков, это реальные волки. И самое интересное, что люди их вырастили сами, они сами биологи, очень интересные. То есть волки же, в принципе, они никогда не становятся ручными. То есть они остаются всегда дикими. Это тоже такой уникальный кадр. И как бы начало, вот тоже женское начало, что, то есть, что можно даже, как сказать, в любви и с волками договориться. Наогул Ірына лічыць беларускіх прыгажунь асобным сімвалам нашай краіны, а таму ёй так падабаецца спалучэнне натуральнага хараства дзяўчат і некранутай беларускай прыроды. Так з'явілася палатно, дзе юная асоба пасвіць статак велічных зуброў. Гэта ж сапраўды дзіва дзіўнае. Часа два мы бегалі за зубрамі, чтобы сделать хороший кадр. Да. Это была зима, это было очень холодно, но мне все очень понравилось, это было интересно. Это достаточно интересный опыт вообще работать с животными, тем более с такими большими и в холоде. Дзяўчаты-мадэлі нібы выйдуць з фатаграфій на сцэну. Глядачы цырымоніі ўбачыць тое самае зліццё жаночай прыгажосці і прыроды пад музыку аркестра. Зараз ідуць апошнія рэпетыцыі шоу. С Ириной я работаю очень давно, потому что проект мы начинали вместе. Сначала снимали девушек красивых, моих моделей в болотах, на Лебовской пуще, в Беловежской пуще. «Символы Беларуси пошуках» и вообще этот проект весь – это проект любви к родине. На самом деле он патриотичный, то есть, наверное, это не модно сейчас патриотам, но я патриотка, и были возможности куда-то уехать, но я снимать, кроме белорусской природы, животных, людей, то есть меня это на сегодняшний день интересует. Самое цікавае, проект не скончаны. Ірына хоча працягнуць фотапаляванне на знакі сінявокай. Планы масштабныя. Жадаем, каб усе яны ажыццявіліся як мага хутчэй. Кацярына Мыслівец, Дзяніс Ткачэнка, Глеб Волкаў, «Наша раніца».